16 октября 2022 года. Мостик через речку Лоукса. Вот в таком он состоянии. Но в основании мостика хорошие двутавры. Сейчас наши машинки будут проезжать через этот мостик аккуратненько, и мы поедем уже в гостиницу. Речка Лоукса впадает в речку Переть. Первая машинка едет. И сейчас поедет вторая. Значит, мы спустились вниз, посмотрели основание мостика. То есть мост хороший, но вот верхнее покрытие, оно у нас гнило. Поэтому внешний вид мостика не очень. На самом деле он хороший. Теперь я побежал в машину, чтобы меня забрали. Могут ведь и забыть. Ездили мы на карьер Климовский. Что смог, я снял. Сейчас уже... Сколько времени? Сейчас 5:30 вечера. В общем-то, темнеет. Сажусь в машину. Ну, поехали. Поехали вперед. И повернем направо на основную дорожку от плотины на Чкаловский. Сейчас будем выезжать на дорожку. Налево будет у нас плотина. А направо будет Чкаловский. Сейчас у нас 6 часов, даже 5:30 примерно. В это время здесь уже темнеет. Темнеет. Ну где же этот поворот-то? Так, судя по карте, скоро он будет. Но его нет. Сейчас будет. Вот все-таки проехали. Вот сейчас вот поворачиваю, едем на Чкаловский. Вот этот поворот, наконец-то мы до него доехали. Там плотина, там Чкаловский. И сейчас будет мостик через Кереть, как раз где-то сейчас. А дорога на Климовскую, она шла параллельно Керети. Пошел асфальт, и сейчас будет мост через Кереть. Мост лет 10 там назад, а может 15, обновили, поэтому вот он сейчас такой хороший. И вот она там, вот речка Кереть. Все, дальше асфальт кончается, опять грунтовка до самого